Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет-привет! И тут у нас Uhance H5000 смог продержать в оперативной памяти более 30 приложений. С каждым годом мобильные приложения требуют все больше оперативной памяти для работы в фоновом режиме. Ранее актуальных 2 гигабайт сейчас зачастую недостаточно, чтобы браузер с несколькими вкладками и несколько программ не перегружались каждый раз при открытии. Поэтому компания Uhance оснастила новый смартфон H5000 3 гигабайтами оперативной памяти, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч. Теперь производитель решил проверить аппарат на многозадачность и запустил на нем 34 разных приложения, которые оставались в памяти и не перезагружались после повторного открытия. Весь процесс был снят на видео. Ну, как сказать, ребятки, видео, конечно, хорошо, но если он так там полдня полежит, то, конечно же, приложения будут закрываться и перезагружаться. В Uhance H5000 установлены компактный 5-дюймовый дисплей, прикрытый закаленным стеклом Gorilla Glass 4-го поколения, 4-ядерный процессор MediaTek MT6737, встроенный накопитель объемом 32 гигабайта и 8-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony EMX219. Также важно отметить, что смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки MediaTek Pump Express. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.